Из-за плохих погодных условий, которые прогнозируются на время проведения мужской эстафеты, гонка переносится на 8:30 по киевскому времени. Давайте ознакомимся с составом сборных, которые претендуют на высокие места. За сборную Норвегии побегут Стурла Легрейд, Тарье Бё, Йоханнес Бё и Уэтла Кристиансен. Сборная ОКР. Саид Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов. Сборная Франции. Фабьен Клод, Эмильен Жаклен, Симон Дюстьё и Кантен Фион Майе. Сборная Германии. Эрик Лессер, Роман Рейс, Бенедикт Доль и Филипп Наврат. Сборная Беларуси. Никита Лобастов, Дмитрий Лазовский, Максим Воробей и Антон Смольский. Сборная Украины. Богдан Цимбал, Артем Прима, Антон Дудченко и Дмитрий Педручный. Сборная Италии. Томас Бармалини, Томмазо Джакамель, Лукас Хофер и Доминик Виндиш. Сборная Швеции. Пепе Фемлинг, Еспер Неллин, Мартин Пансилома и Себастьян Самуэльсон.